Всем привет, мастерская салон компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Сегодня у нас в наличии будут 4 ножа. 4 ножа, ну действительно классных ножей. Все 4 в деревянных ножнах, но с разных материалов. Ну сначала покажу заказные ножи в теме, как из серии зодиаков. Вот. Давайте первый нож. Модель S7. Это созвездие Козерога. Это знак Козерога. Ну и здесь вот, знак Козерога. Так вот это выглядит. Ну, здесь CPM S90V клинок. Дерево стабилизированный сувель березы. Первый нож. Второй нож у нас близнецы. Стабилизированная карельская береза. Также знак близнецов. Созвездие близнецов. И вот еще такой у нас стилизованный знак близнецов. Здесь магнокат металл. Стабилизированная карельская береза. И далее у нас скорпион. Также стабилизированная карельская береза. Знак скорпиона. И также стилизованный знак скорпиона. Здесь он стилизованный, неважно. Эти три ножа изготовлены на заказ. Здесь также магнокат, сталь. Эти ножи изготовлены на заказ. Цену ножей, изготовленных на заказ, я не говорю. Вот. Еще раз повторюсь, давно не говорил. Не говорю, потому что, возможно, какой-то из этих ножей, или все три ножа, были заказаны на подарок. И человек, которому этот нож подарят, может посмотреть этот ролик и узнать цену. А я все-таки сторонник того, что... Ну, если я дарю подарок, я не хочу, чтобы человек знал цену, стоимость этого подарка. Не знаю, у кого-то может другое мнение, но вот я так, я такой. Ну, а теперь ножи в наличии у нас. Модель S7, стабилизированная карельская береза, цвет натуральный. Темляк будет. Сразу покажу комплектацию. То есть нож, деревянные ножны. Будет еще подвес кожаный. Сейчас подвесы просто на модели S7 закончились. Сегодня их запустили в работу. Ну вот такого плана будет подвес. То есть он вот сюда вставляется. Вот так вот. Вот так застегивается здесь. Ну и здесь тоже застегивается. Это не совпадает ни от этого ножа. Ну, короче говоря, понятно. Кожаный подвес. И еще будут ножны кожаные с
классические наши. Черный или коричневый на выбор. То есть вот такая комплектация. Ну, соответственно, сертификат, памятка. И кожаный плетеный темляк. Вот это все входит в комплектацию одного ножа. Так, давайте посмотрим. Этот нож в наличии. Так, ставь здесь CPM S90V. Клинок, шлифовка, вогнутая линза, сатин с долом. Так. Длина клинка 123 миллиметра. 123 миллиметра. О, не подготовился. Извиняюсь, на том столе разбирал клинки закаленные, заказные, поэтому там был ангел-циркуль. 28 ширина клинка, 2,7 толщина клинка. Толщина режущей кромки 0,3 миллиметра. Длина рукояти 128 миллиметров. Хороший рабочий нож, то есть и рабочий, и коллекционный, и подарочный. Ко всему солидный подарок, солидный нож для коллекции и рабочий нож для работы. Так, стоимость этого ножа во всей этой комплектации на сайте 32900 со скидкой подписчика 29610 рублей стоимость этого. Округлим, 29 тысяч рублей стоимость этого ножа. Так, следующий нож. Следующий. Бордовая стабилизированная карельская береза. Бордово-черная такая. Свечивает. Здесь уже, как мы называем, модель S2 модернизированный. Тот же модель S7. Только без упора под палец. Как клинок уже толще 2,7 миллиметра, 2,8. То есть здесь уже более мощный клинок по толщине. 126 миллиметров длина клинка, ну 125, пускай 125 миллиметров длина клинка. Ширина клинка 29,3 миллиметра, толщина клинка 3,75, толщина режущей кромки, вот здесь даже 0,2 миллиметра, длина рукояти 127,5 миллиметров. Комплектация все та же, которую я показывал. Такой вот нож. Стоимость его, это тоже здесь CTS 204P, 63 единицы, что на том, что на этом. Правильно я сказал, металл, да. Здесь на, у этого клинка клинок металл Карпентера, Соединенные Штаты Америки,
CTS 204P 63 единицы твердости. На 90V тоже 63 единицы твердости. Итак, стоимость этого ножа также 32 900 на сайте со скидкой подписчика 29 610. Округляем 29 тысяч рублей любой из этих ножей. Ну и вы можете доработать его, как я показывал, если при желании, есть желание, как я показывал, любой знак зодиака. Ну или все, что вы хотите, если вы хотите доработать. Инициалы, все, что захотите. Гербы. Ну не все, но пишите Ивану, если вас заинтересовало предложение, заинтересовал какой-то из этих ножей. Пишите Ивану, если у вас есть желание доработать его, скажем так, до кастомной версии. Третий нож. Стабилизированная карельская береза, синяя, классно, сине-черная, смотрится классно просто. Здесь уже рукоять немного другая по форме, кому что нравится. Здесь мы называем волна, а здесь подпальцевый. Также модель S2 модернизированный. Здесь форма клинка тоже, как модель S2, там форма клинка модель S7 у обоих, здесь форма клинка другая. Сталь Elmax. Длина клинка 142 миллиметра. Ширина клинка 30 миллиметров. Толщина клинка 3,5 миллиметра. Толщина режущей кромки 0,3 миллиметра. Так, длина рукояти. Классно смотрится. Дерево я имею в виду. 127 миллиметров длина рукояти. Итак, стоимость этого ножа у нас по прайсу 31 400 рублей со скидкой подписчика 28 260 рублей. Ну, округляем, 28 000 стоимость этого ножа. Сталь Elmax 62 единицы твердости. Комплектация все та же, как я и показывал. То есть темляк, деревянные ножны, подвес кожаный и кожные ножны. Сертификат, памятка. Ну, все держится, все хорошо. И четвертый нож, модель S7. Здесь стабилизированный ясень Тама. Ой, классная попалась. Структура дерева. Ну, вообще у всех трех классная структура дерева. Четырех, то есть. Здесь стабилизированный ясень Тама. Также кожаный темляк будет. Ну и все то, что я показывал. Здесь уже с рыбочисткой шлифовка. И сталь CPM S90V. Так, размеры. 139 миллиметров длина клинка. Ширина клинка 28,4 миллиметра. Толщина клинка 3,35. Толщина режущей кромки 0,035 миллиметра. Длина рукояти 127,86.
практически 128. Рукоять переливается так вот. Классно. Ну и ножны то же самое. Итак, стоимость этого ножа у нас по прайсу 33 900 рублей. Со скидкой подписчика 30 510 рублей. Округлим, 30 000 рублей стоимость этого ножа. Так, как же вам все это показать? Сейчас возьму. Ой, вот так вот. Все четыре ножа. Все классные по-своему, и дерево хорошее, и металл, и все хорошее. Такие у нас сегодня же в наличии. Кого заинтересовало наше предложение, пишите Ивану на WhatsApp до 17:00. После 17:00 можете мне писать на WhatsApp или звонить. Если вечером я не отвечу, то я перезвоню, потому что я вечером косить, наверное, буду. Немного не докосил, сегодня докашивать буду. Так что, если не отвечу, пишите на WhatsApp, ну, отвечу попозже тогда. Всем здоровья, хорошего настроения, с наступающими у вас выходными. Хороших выходных вам всем, мирного неба над головой. До новых встреч!